День города Саров отмечает ежегодно 12 июня. Официальную дату основания определили в 2011 году. Из множества вариантов выбрали 1691 год. Тогда на старое городище пришел основатель Саровской пустыни, монах Арзамасского Веденского монастыря Исаакий. Именно тогда, по мнению исследователей, сформировалось историческое ядро Сарова. Заболоченное место. Так с языка древней мордвы переводят основу названия реки Саров – Кисар. Территория современного города была обжита в глубокой древности. Наиболее старые археологические свидетельства оставили племена городецкой культуры, которые жили здесь около 2000 лет назад. Позднее, предположительно в 9-11 веках, у слияния рек Сатис и Саровка возвели крупное мордовское поселение – Саровское городище. Саровское городище прекратило свое существование после того, в результате военного нападения. Первые монахи, которые поселились здесь уже ближе к 17 веку, они находили еще свидетельство того побоища, незахороненные человеческие останки. После этого нападения в 13 веке люди покинули Саровское городище. В 17 веке покинутое городище выбрали для отшельнической жизни монахи. Датой основания мужского монастыря Свято-Успенская Саровская пустынь принято считать 16 июня 1706 года. В этот день состоялось освящение первого деревянного храма во имя Пресвятой Богородицы и ее живоносного источника. Так открывается новый период истории этих мест – монастырский. Взошла же звезда нашего монастыря на рубеже 19-20 веков, и слава его связана, конечно же, с именем преподобного Серафима Саровского. Батюшка Серафим прожил в нашей Саровской обители более полувека. К отцу Серафиму шли за духовной помощью, и каждого встречал он его знаменитыми словами: «Здравствуй, радость моя». Новая страница в истории Сарова была открыта в 1946 году, когда это место выбрали для организации закрытого конструкторского бюро, в котором создавалось отечественное ядерное оружие. Секретный объект сменил за время существования много названий: Сарыч, Кремлев 5, Арзамас 75, Арзамас 16. В 1995 году город получил официальное название Саров. Таким образом, наш город носит с 95 года носит уже свое исконное имя – город Саров. А 21 декабря 2009 года городская дума приняла решение о дате основания города. И в нем было записано считать датой основания города 1691 год. Именно в этом году в Саровских лесах появился будущий основатель Саровской пустыни Иоанн. Так, в 2022 году Саров празднует 331-ю годовщину. Подробнее об истории расскажет выставка книг, с которой можно ознакомиться в отделе краеведения библиотеки Маяковского. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.